города Николаева. Собрали денежку и подарили нам аппаратуру медицинскую для второй детской больницы. Вот. Вторая детская больница – это единственная городская детская больница на 225 коек, где лечатся все жители, дети города Николаева. Вот. Поэтому приобреталась аппаратура, которая остро необходима, которую надо практически ежегодно менять. Вот. В частности, были куплены ингаляторы, мы посмотрим чуть дальше. Вот. Можно представить только вот отделение на 40 человек, 30 из них получает 3-4 ингаляции в день. То есть какая идет огромная нагрузка на данную аппаратуру. Электрокардиографы, которые практически, мы знаем, что группа сердечно-сосудистых заболеваний у детей достаточно большая. Вот, и практически каждый школьник, каждый ребенок, вот, это 2-3 раза в год обязательно проходит электрокардиографическое исследование. Вот. Это уже электрокардиографы нового поколения, которые могут работать автономно до 150 исследований без розетки, без ничего могут они делать. Подключается к компьютеру, выходит диагноз. В общем, новые, которые придут на замену уже более устаревшим аппаратом. Плюс вот эти лампы.